Пожалуйста, подождите, давайте так, я знаю, кто вы, я знаю всю эту процедуру. Мы прекрасно понимаем закон, знаем, мы свои конституционные права защищаем. Теперь вы все отходите от нас прям подальше, а потом озвучивайте свое предупреждение, хорошо? И вы, пожалуйста, от дяди Володи отойдите, оператор, господин. Ну что, стоишь? Потому что мы такое проходили с нашими подозреваемыми, когда нас пытались провоцировать, потом контактами сделать, не надо. Мы абсолютно здоровые люди с наличием ПЦР отрицательно, поэтому встаньте от нас подальше. Теперь озвучивайте, вы один только. Одну минуту. Уважаемый прокурор, мы находимся под защитой Конституции Республики Казахстан. Статья 39 прямо гласит об этом. Почитайте, если вы ее не знаете. Раз, ни в какой мере не должны принять меры пресечения в отношении лиц, которые отставят интересы, которые опубликованы в 39 статье Конституции Республики Казахстан. Теперь второе. Все мы подали уведомление в соответствующие органы о том, что выходим с акции родительского протеста. Эти уведомления есть в Комитете национальной безопасности, в ОКИМ Восточно-Казахстанской области, в прокуратуре Восточно-Казахстанской области и в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Поэтому то, что вы сегодня считаете, это противозаконно. Указ президента Республики Казахстан говорит, что вот такие акции родительского протеста никакого разрешения исполнительных и прочих органов не требуется, а требуется просто уведомление. И мы уведомили вас. Поэтому то, что вы делаете сегодня, это противозаконно и подлежит немедленному вашему развороту на 180 градусов и просим вас отойти от нас. Я скажу, подождите. Вчера мы были вечером у Даниила Кенжетаевича. Мы сказали ему, мы выходим, хотя уведомление дали, что мы выходим в прокуратуру с родительским протестом, особенно, что мы 9-й год ходим. Сказали, чтобы никто не применил к нам меры никакие. Он говорит, буду, сейчас мы ему смс-ку я отправлю, что вот сфотографируем, вот что вы здесь стоите. Ой, что вы сделали? Да он сам их послал. Вы знаете закон о прокуратуре. Помолчи немножко. Ну, помолчи, Галя. Вот я ему говорю. Вы знаете закон о прокуратуре Республики Казахстан, 43-й и 44-й статья. Идите, там показывайте свои эти. Прокурор должен сделать все для того, чтобы повысить авторитет высшего надзорного органа. А вы своими действиями, наоборот, опускаете. Опустили до того, что мы теперь кричим. Димбаева в отставку. И, подожди. Вот мы кричим. Валя, подожди. Вот у человека забрали бизнес представителя акимата. Подождите, уважайте органа. Господин, мне 81 год. Ответ. Официальный ответ. Отказ. В связи с тем, что ваше заявление, уведомление поступило в местный исполнительный орган в день проведения мероприятия. Примите ваш ответ. Прошу со статьей 18 закона о порядке организации проведения мирных собраний разойтись. Это не митинг. Вы знаете, вы подойдите ко мне. Электронно направьте, я тоже электронно направлю. Электронно были тоже направлены. Все, направляйте. Я еще узнаю, что такое митинг. Ей-богу, не подходите к нам вообще. Никоим образом. Никаких провокаций. Все. Теперь, господин прокурор, вы знаете закон о коррупции в Республике Казахстан. Если должностному лицу, лично вам стало известно из наших плакатов о совершении преступления, то вы должны принять все неотложные меры по проверке данных фактов. Понимаете? А не пресекать нас. Мы, добропорядочные законопослушные граждане, не подходить к нам. 5 метров. Не подходить к нам. Порядочные граждане, и поэтому требуем от прокуратуры Восточно-Казахстанской области соблюдать законность. Все, я вас услышал. Послушайте меня, пожалуйста. Теперь прошу выслушать меня. Уважаемые граждане, я как представитель органов прокуратуры призываю вас соблюдать требования закона. Согласно закону Республики Казахстан об организации проведения мирных мероприятий,
Собрание. Митинг, пикирование. У вас собрание. Собрание, митинг, пикирование. Мы не пикетируем. Это протест, это акция. Уведомление о проведении акции, пикетирования, митинга и тому подобное подается в письменной форме не позднее, чем за 5 дней. До дня его проведения, то есть акция. Однако, и это люди прокуратуры, прошу прощения. Не подавалось. Да вы что, вы говорите? Это люди, представляющие местную власть в городе Каменогорске. Вот такое вот, даже читается листочка. То есть это не даже самовыражение, на которое можно сослаться и объяснить какое-то пустословие, скажем так, или многоголосность человека. Мы 23 апреля уведомили Комитет национальной безопасности, прокуратуру Восточной Казахстанской, департамент полиции Восточной Казахстанской, Акимат Восточной Казахстанской области, что мы начинаем проведение наших акций родительских протестов. Более того, никаких запретительных мер с 23 апреля не было и нет. Поэтому вы пользуетесь той информацией, которая вас устраивает. Так дело не пойдет. Я вас прошу. Прошу дополнительно я разъясню, да? Закон о проведении организации мирных митингов, статья 10, статья 11 гласит, до проведения митинга за 5 рабочих дней вы должны уведомить местный исполнительный орган. Вами уведомление было поступлено лишь сегодня. Это уже второе или третье уведомление. Ну я же говорю, 23 апреля мы подали. Не позорьтесь, пожалуйста, а? Разрешительных каких-то документов вообще не требуется. Уж обратитесь, пожалуйста, к указу президента Республики Казахстан, если вам безразлично мнение граждан. Это не угроза, это предупреждение. От имени кого вы требуете? От имени Республики Казахстан вы не имеете права это требовать. Игимбай, вам в отставку! 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 Господин прокурор, подойдите, пожалуйста, я одно предложение вам скажу. Стыдно вашим детям сказать. Одно предложение. Не дай бог, если ваших детей убьют, как моего ребенка не убьют. Посмотрим, что вы будете делать. Подождите. Товарищ прокурор, вы меня бы не господин. Просто вы стоите со старикальными вещами женщинами. Старики пенсионного возраста, женщины, и вы решили с нами бороться. А ваши гимбаи борются, вашими руками стыдно. Вашими руками, подожди, Володя, я посмотрю, дай бог, не дай бог, вашего сына убьют, как нашего. И я тебе Господи. Там уже ничего не страшно. Вы туда подойдите, вас не видно. Хуже будет вам еще. Господи, в прокуратуре сейчас мы выслушали вас. Я обращаюсь от своего имени, от всех нас. Пусть выйдет к нам господин прокурор Игимбай. Не скажет нам, что мы акцию проводим незаконно. И мы сразу разберем. Пусть выйдет. Ну, а вас? Вы просто это вот представитель Акимата. Внутренняя политика. Если я незаконно поступил, Надя, одевайте на меня наручники. Одевайте. Одевайте, старший лейтенант.
Идите, доложите прокурору, пусть он выйдет к нам, скажет, вы незаконно действие расходите, мы разойдемся сразу. Ну, пойми, что он нам плохо сказал. Ничего, понадобится. Никто не подошел, ни новый прокурор. Пусть он выходит. А вы нас совершенно не знаете. И прежде чем зачитать, вы должны подойти и спросить. Родители, граждане. Я вам к вам не подхожу. Я ваше слово выслушал. Я вот ваши требования, которые со день став 5 метров, я тоже это считаю. И прошу, чтобы вы тоже соблюдали требования закона. Я вам еще раз повторяю, ваше собрание, вот эта акция, незаконно. Да в противном случае органы полиции могут взять меры, соответствующие меры. Вы кто такой? Я еще раз прошу. Вы подчиненные, да? Вы потерпевшие. Зачитать. А для того, чтобы все это было в законе, принимайте, принимайте меры. Граждане, вы не закончили. Все, я выслушал. Все. Вы озвучили свое предложение. Послушайте вас, обсудите это с руководством. Если он скажет, я вас выслушал. Я вас выслушал. Вы говорите закону. А мы его законом 8 лет тому назад, законы сына убили. Законы Игимбаев скрывает этого дела. Игимбаева под суд нужно отдавать. Развалил он прокуратуру здесь. Развалил полностью со своей болезнью и со всем. Генеральские погоны получил. И теперь можно, как говорится, а вот, прокурор, читаю 39-ю статью. А вот, ему не надо это. Он 39-ю статью. Не допускается никакой форме. Обращение прав и свобод предусмотрены статьями 10, 11, 13, 14, 15 Конституции. А мы отставим именно это. Спасибо, может, если вы против Конституции, у нас нет никаких политических требований. У нас только свои конституционные права, так как мы являемся потерпевшими в уголовных делах, где Игимбаевым, Саином Павлековичем были незаконно прекращены. Здесь, в нашем числе, большинство предпринимателей, которые лишили своего имущества, которых ограбили, на которых еще уголовные дела возбуждают. Чиновники нам, предпринимателям, нанесли урон. Прокуратура и антикоррупционная служба нанесли нам урон в дуэте с Акиматом. Соответственно, поэтому из-за того, что не соблюдается закон, не защищаются наши права, мы вышли на эту акцию протеста. Правильно Замира сказала. Мы не просто граждане Республики Казахстан, но мы потерпевшие. Мы все потерпевшие. Вот именно. Хотите, закрывайте. Что хотите, то и делайте. После всех издевательств антикоррупционной службы, когда они меня из больницы закрывали в подвал без санкции суда, пытали, у меня есть все экспертизы, мне вообще ничего не страшно. Не страшно, была я в этих ваших подвалах, и в СИЗО ваших была, и все издевательства терпела, и по 5 часов стояла в углу. Все это я уже прошла. Поэтому меня пугать этим не надо. Я именно жертва, признанная по всем экспертизам и постановлениями, и требую соблюдения моих прав, как потерпевшей. Здесь все потерпевшие собрались, никто не оспаривает судебный акт, мы оправданы судом. Никто не знает, требуют там преступника оправдать или еще что-то. Никаких мы имущественных требований не заявляем. Мы заявляем только о том, что наши конституционные права нарушены. Мы потерпевшие и просим, чтобы дали справедливую оценку надзорный орган, передали дело в суд, да. Для того, чтобы суд дал оценку действиям каждого. Если завтра из 7 сотрудников скажут, вот этот не виноват, он оправдан, я слова не скажу, потому что суд дает оценку. Следствие занимается сбором обработкой вот всей этой доказательной базы. Надзор осуществляет прокуратура. Пожалуйста, пусть суд дает проверку. Если бы прокуратура осуществляла надзор. Я согласна с любым решением суда. Поэтому я сегодня, мы здесь все собрались из-за незаконного прекращения. Зачем признавать людей подозреваемыми? Зачем дела вести годами? При этом тратят бюджетные средства, ресурсы на это дело. Если оно все время прекращается незаконно, а потом возбуждается. И документы теряются, вещественные доказательства подделываются.
пробелы съесть. Да даже если бы они есть, не смотрят. Не возбуждалось просто так, если бы не было пробелов следствия. То есть оснований. А вот так вот в щелчку никто дела не возбуждает. По простым нам гражданам. А по законным делам, да, я согласна, возбуждают. Как нас в свое время доказали. Вот так вот, без оснований. Поэтому мы сейчас не согласны с прекращениями. Мы не согласны с ущемлением наших конституционных прав. Поэтому мы вышли с таким вот заявлением о том, что мы просим принять меры в Генеральную прокуратуру. С нами были отсняты прямые эфиры и обращения, видеообращения к Нурдаулету Гизата Ауребековичу о том, что надо уже призвать к ответственности Имбаева и отстранить его от занимаемой должности. Это вот главная причина сегодняшнего нашего собрания. Это не собрание, это родительский процесс. И мы сегодня требуем отставку прокурора Игимбаева и комиссии, создание республиканской комиссии, которая бы приехала сюда и проверила факты беззакония, мракобесия, творимые в прокуратуре Восточно-Казахстанской области, в департаменте полиции, в комитете национальной безопасности и в судах Восточно-Казахстанской области. Вот, если вы не знаете, Конституция, статья 13-я, каждый имеет право на признание его права субъектности и вправе защищать свои права и свободы, не противоречащими законному способу, включая необходимую самооборону. Наша самооборона – это вот плакаты, чтобы мы наглядно видели эти нарушения и принимали меры нарушителям. А не к нам, потерпевшим гражданам Республики Казахстан. Мы своими действиями оказываем прокуратуре, правоохранительным органам, судебным органам помощь в борьбе с преступностью. А вы накинулись на нас и требуете, чтобы мы прекратили этот акт. Никогда не прекратим, пока не добьемся социальной справедливости и верховенства законов. Пока вот эти клятвоотступники не предстанут перед судом. Только суд, а не вы и не прокурор, имеет право путем состязательности сторон исследования всех доказательств по делу принять единственно правильное законное решение. А прокуратура Восточно-Казахстанской области 9-й год прекращает, дает согласие, не допуская рассмотрения этого дела в судах. Это сознательные преднамеренные действия именно прокурора Восточно-Казахстанской области Игимбаева. И сегодня мы получили информацию, что его хотят перевести начальником учебного заведения в Караганде. Чем может научить этот прокурор Игимбаев курсантов этого каргандинского училища? Только лжи! И как сокрывать сознательно преступление? Нет, это дело не пойдет. Мы требуем, кроме всего прочего, отставки Игимбаева, снять его в генеральские погоны. И отдать по суду. И пусть физическим трудом зарабатывает себе хлеб, а не на издевательствах и на беззаконие, творимые в отношении граждан Республики Казахстан. Именно он в целях благополучия в северном регионе скрывает эти преступления. Скрывает преступления особо громкие, коррупционные, которые потрясли не только нашу область, но и республику, это по золоту. Годами воруют золото, стратегическое сырье Республики Казахстан, нанося огромный экономический ущерб. Скрывает преступления руководства Алаумин-Кульбинского металлургического завода. Дважды на них уголовное дело было заведено. Прокурор области открыл, отменил. Пострадавшим в 13 году. Прекратил. Более того, официально. Сотрудник прокуратуры Рамазанов увлечен был в обряд. До сих пор не исполнен. Вот исполнительный лист не исполнен. Немедленному в 13 году. До сих пор не исполнен. Осудил этого прокурора. Вот немедленно исполнил. Все. Вот так вот отбирает у людей жизнь.
интересы законных граждан, а он занимается вымогательством. Он должен уйти в отставку память. Немедленно. И веру. И поэтому все ваши действия... Веру, с которой они жили сегодня, всю свою жизнь. И надеялись на светлое будущее и на обеспеченную старость. Закрывайте преступников. Володя, Рамазанова осудили, а я один прокурор да. не убрали. В том числе, мы прямо говорим, прокурор Эгимбаев создал у себя коррупционное болото. Порядка 11-13 прокуроров, которые лично прекращали расследование нашего уголовного дела. Путем фальсификации, фабрикации и прямого противодействия объективному расследованию. И с этим мы никогда мириться не будем. И я вас прошу... Володя, закрыли уголовное дело и нам не показали даже... Нет... Да я еще раз говорю. Поэтому... Уважаемые полицейские, уважаемые другие гражданские лица, которые окружают нас и снимают нас, проявите благоразумие и уйдите. Не прикладывайте свою руку к этим противоправным действиям. Прокурора Эгимбаева в отставку! 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 12 тысяч уголовных дел. Всеми доступными способами, согласно Конституции, включая самооборону. Ну, мы самооборону, это значит, я костылем должен бить кого-то. А наша самооборона, это вот плакаты. Если нас не слышат, то пусть хоть увидят. Что мы от отчаяния просим, на коленях просим высших должностных лиц обеспечить законность и верховенство и привлечь к судебной ответственности уголовников убийц нашего сына. Но, к великому сожалению, 9-й год идет, и нас никто не видит, никто не слышит. А я, ко всему прочему, докладываю вам, господин генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора, министр внутренних дел Калачин Алексей Дмитриевич, что имею личную благодарность от президента Республики Казахстан, который прямо написал, я горд тем, Владимир Григорьевич, что в трудный период Казахстана вы были моим современником. А сейчас современник этого Эгимбаевы, Мадиевы и прочие, Сулейменовы, Кулахметовы, дали Кочевника, не хотят слушать. Нет, как дело не пойдет. Я имею по случаю 50-летия советской милиции почетную грамоту, в которой прямо написано за лучшую организацию работы по охране общественного порядка. А сейчас мне доблестные ваши полицейские, начиная от сержанта и кончая генералом, давят меня, как червяка, и Валентину Федоровну. Издеваются над нами. Я имею благодарность высшего совета фонда мира, подписанный самым настоящим человеком, Малесиевым и... Покрышкиным. А? Покрышкиным. Кому? Покрышкиным. Покрышкиным. Которые наградили почетные грамоты за лучшую работу по охране, по сохранению мира между народами. Что вам еще нужно? А вы верите, понимаете показания этих преступников, которые убили нашего сына? И прямо пишет господин Кужахметов. На основе стабильных показаний подозреваемых в убийстве нашего сына. Стыд, срам, позор! Я прошу вас немедленно отменить незаконное постановление следователь Кужахметов, который согласован прокуратурой Восточной Казахстанской области. И привлечь к ответственности лиц, которые на основе фальсификации, фабрикации материалов следствия вынесли в пятый раз это постановление о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием правонарушений. Я прошу вас, господин министр, я сегодня сказал, попросил Мадиева,
опросил Акима области, опросил прокурора даже области. Ну приедьте сюда, разберитесь, пожалуйста, сядем на круглый стол, посмотрим доводы еще раз. Если мы не правы, садите меня в тюрьму с Валентиной Федоровной. Но ни одного слова неправды в наших доводах нет. Фальсификации прекращения, крышевания этого убийцы, расследования уголовного является бывший заместитель начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области впоследствии полковник Шакеров. Именно он собрал оперативно-следственную группу при нашем участии и говорит: это лучшие мои следаки. Но я бы посмотрел досудебную проверку, и действительно нет состава преступления, ваш сын погиб в результате несчастного случая. Это он, значит, дал установку этим следователям. И они скрупулезно выполняли, я вам говорил, уже 11 следователей отстранены от расследования данного уголовного дела. И что удивительно и возмутительно, мы находились в Астане. Прокурор области лично позвонил ночью нам туда, в гостиницу, и сказал: Тарасову, возвращайтесь быстрее домой. Мы возбудили уголовное дело в отношении экспертов, которые дали заведомо ложное экспертное заключение. И прямо нам рукой показал: Владимир Григорьевич, Валентина Федоровна, мы вот так в саде обойдем этих экспертов и уличим их в преступном деянии. А сегодня подписывает постановление, что прокуратура согласилась. И эти два уголовных дела сейчас лежат в управлении собственной безопасности департамента полиции ВКО и не расследуются. Я прошу создания специальной межведомственной комиссии, исключением туда всех сотрудников, в том числе с агентства по противодействию коррупции, приехать сюда. Наконец, расшевелить это осиное гнездо. Ведь вы сами, господин генерал, лейтенант, министр внутренних дел Тургамбаев, разместили в социальных сетях публикацию: терпение граждан исчерпано. Мы будем освобождаться от сотрудников, которые опозорили честь мундира и звания полицейского. Хорошие слова, но нет дел никаких. Алексей Дмитриевич, мы к вам десятки раз обращались, пришлите комиссии сюда. Господин Адилов уже полтора месяца обещает: я приеду завтра, я приеду сразу, сам не едет. И кому мы только не обращаемся? А этот муравейник, во все области приезжала комиссия почище, а в этот муравейник никто не приезжает. Самая коррупционная область. А вот сыном чиновникам. Факт, если остается фактом, сотрудник прокуратуры Восточно-Казахстанской области Рамазан 50 миллионов взятки получил, Верховный суд осудил его, а все тише благодать. Математик Восточно-Казахстанской области, начальник юридического отдела Алганбаев, также взятки получил, тоже тишина. Двое судей, которые рассматривали наши дела, тоже уволены по отрицательным мотивам, указом президента Республики Казахстан. А здесь Исаев. Все уволены. А те судебные решения, которые мы приняли по нашему делу, остаются в силе. Нет. Володя, начальник УБОПа Исаев тоже. Да? Исаев, начальник УБОПа здесь тоже. Да. Вот по Симферопольским делам начальник Исаев был. Его тоже уволили по отрицательному мотиву. А начальство сидит. Ну, слушайте. Образно мы сколько раз говорим. Выйди на Волгу, знаете, бурлаки на Волге, честь в том расстаешься. Ну, придите сюда, в прокуратуре, сюда. К Акимату. Ну, слушайте, честь в том раздается. А мировая практика говорит о том, что если власть не слышит голос простых людей, жди беды. Эта беда придет рано или поздно, если не будут слышать голос простых людей. И не спасут никакие погоны. Поэтому